печально, что мне не нужно. Вот, тотемов, ты посмотри, три рестор шамана, блядь, тут грек тотем на МП5 не поставить. В любом случае, где вы бы ни находились, у вас будет тотем МП5, это то же самое. Черный юмор, а если я не хочу? А лучше баф. Ты кажется, сейчас Леша меня пошлет. Все готовы, поехали. По готовности поехали. Вот, хорош. Слишком сильно не контрольте всех. Контролят все и все. Не надо. Что не контрольте. Каст. Дарт, быстрее реагируй, перебегай. Отложить дебаф только наловить. Каст. Прибежали. Контроли. Ты одного можешь подтянуть? Замедляйте, но не останавливайте. Станами останавливайте. О, стоп. Каст. Кто-то там забирает. У меня только 6 стаков. У меня уже нету. Подожди, ты до 10 стаков на мне. Каст. Сразу забирай. Каст. Проведи немножко дальше. Все нормально. Каст. Проводи дальше. Каст. Каст. Кисло, твой БР. Что, ну, блядь, нормально? Там маленько наперед выбежали. Надеюсь, под взрыв не встанешь. Что-то мне фризит хорошо вообще. Каст. Забирай. Хил.
Что за хрень такая, кипящая лужа? Это, блядь, от Дестро, лок. Блин. Все тихо, бейте босса. Не бейте меня. Прибежали. Запираю босс. Каст. Сильнее по боссу. Не успеем сейчас. На следующий. Сильнее по боссу. Босса, херачьте все. А, стопните, стопните. 4, да. Это не значит, что не надо контролить. Босс активный. Давайте там 3 ляма. Ой, 3 ляма, 6 лямов. Смотрите осторожно. Да схуя, да хуя их, осторожно, закру дай. Каст! Ебать. Че наперед тоже появляется? Да хлопать надо. 1%. Хлопайте. Контролю максимально. Одного гречи притяни моба. Хиливать. Дайте сокро, там, дев дайте какой-то, законтрольте моба одного. Хильтесь, хильтесь. Минус бабл. Просите рейд. Бабла потеряли. Почему тролля прохильте? Да, встаньте по позициям там. Сейчас посмотрим. Просите чрон тролля, блядь, где хилы, где ты бегаешь, блядь. Осталось четвертое. Спасать. Куда идем? У кого последний. Четвертое. Последний. Где Гера? Дайте там Геру и Бурсу. Так мы еще не добежали. Жена Эна просил. Где жена Эна? Перья, Эна? Перья. Перебежали. Я по анонсу встречу. Давай. Просто войд до большей степени. Контроль мобов. Холипал кислого больше. Не могу хилить. Холипал, медведя. Крик Феникса. Куда ты побежал? Куда ты побежал? Вернись, медведь на первой платформе слева. Полину, Полину. Я прохилил Полину. Каст крылья. Перья. Перебежали. Мишку. Мамба в контроле. Чё он тролля прохил? Войда прохил. Чё ты долго бьёшь? Каст. Перебежали. Нет, нет. Его урон сожрал. Чё, Сас? Полипал, в чём проблема? Моба. Прости, от чего отъехал. У меня Феникс отъехал. Мой Феникс ушатал. Эобрио ушатал. Сейчас Дарфа уж. Че так мало снесли-то? Ох, ебать. Че это за Гера была? Нахуя мы бежим и дают Геру? Вот вы не видите, где мы бежим, что ли? И куда мы вообще двигаемся? Вы уже были правее меня. Вот тут, где Мозер лежит, я ее и дал. Очень плохая Гера.
Мы, кстати, одновременно дали, как Орел сказал. Не-не, как сказали, типа, где ну, Гера, я вижу то, что никто не бьет. Я вижу то, что вы бежите. Вы долго очень перебегаете, долго реагируете. Че так долго били, так блядь? Так сказали, что у кого не, там, вот в центре. Сказали, 50% первому снести. Че-то вы, блядь, долго бьете. Там мы больше бежали, честно, блядь. Вот посередине, вот посмотри, сколько секунд. Посмотри урон, окей, раздавака, первая, Редвар, второе, два ляма. Что делали, блядь, Сантей что делал? Мяка что делал? Блядь, 9 дамагеров. Блядь, у 9 дамагеров, вот 9 место, 500 тысяч урона. Что делали, блядь, остальные дамагеры? Слакали. 500 тысяч урона. Мне, например, он силу урон сожрал этот уголь. Типа, что вы там делали, блядь, вот остальные 6 человек? Что там делали остальные 6 человек? Где там ваш стаки урон? Долго что-то диспейлились. У меня один стак висел до 5 секунд, то есть 25 секунд он на мне висел и не диспейлили его. Вот где урон гриба, блядь? Где урон, блядь? Ну, я вообще не понял. Вот Коника 2 ляма набил. Хотя, допустим, взять там мяку, он набил, блядь, этот 500 тысяч. Так гриба вообще нету с нами. А, нет, мяка на контроле, я тоже на контроле. Ну опять же, ты набил почти лям, мяко набил 500 тысяч. Пианист, получилось так, что рейд зашел слева, они до этого моба, который как раз самый правый, пробежали целый круг. Коника набил 2 ляма, он ушел туда на спринтах и своим Т5 за 10 секунд взял лям. Ладно, окей, смотри, у кого-то меньше ДПС, будет меньше 500 тысяч нанесенного урона. Они что делали, вот эти люди? Кого-то. Ладно, смотри, у нас Локи на первых позициях. Почему, блядь, если они контролят, ну, типа, вот, что делали остальные люди в рейде вообще? Ну, Библа, я понимаю, минус 1 ДД, окей. Дальше. Жнуэн, где твой хоть какой-то урон, блядь? 500. Хоть 500. Хоть 500. Да, есть 500. 539 тысяч у него. Ну, Греча 280, сдох, блядь. А чего ты сдох, кстати? Греча, а чего ты сдох? Фир под текстуру закинула. Так а чё вы фир ловите? Крик Феникса. Да, мы бьём... Греча не знает Феникс... об этом. Мы бьем Феникса, первым мы бьем Феникса, который фиряет. При крике надо отворачиваться. Вы должны понимать, что первый Феникс будет 100% с фиром. Когда идет крик Феникса, блядь, вы должны 100% отвернуться. Ясен хуй его не знает, потому... У меня вот вопрос. Да, когда мы перебежали на вторую фазу, зачем с меня забрали все стаки? Кто забрал? Там мы вдвоем забирали. Шумовен с Полиной. А зачем? Я не знаю. Ну я забрала с тебя, Жужик пробегал с меня быстренько. Жена, нахера? Не-не-не. А сам кто вы зачем забираете? Что с грибом? Гриб здесь? Он потому что сидел. Потом по танку очень плохо хил проходит. Пишет, его выкинул с сервера и не пускает. Все окей, заебись. Это Лёх. Среди стоснуть. Адмиралу стрим можно включить? Нет. Ты, блин, что-то путаешь, по-моему, нет? Я не путаю, он просто тоже тестил, он сказал, что... идет ХВ крит в 10 стаков. Почему вы говорите то, что, типа, блядь, только исходящий хил, если весь хил? Я не знаю, с чего вы это по взяли. Танку. Мы его просто потом по ХП не поднимем. Под быстриной. Исходящий тоже режется, так? Да, я тебе говорю, я специально вот когда ты диспелил на первой фазе, я смотрел, 10 тысяч акритовало. Поэтому и забрали. Все молчу. Ладно, почему Холипал не смог поднять кислого по хилу? У меня Холилайт критовал 8к, по-моему. Че, стаки были, да, на нем? Так как, блин? Ну, стаки были. У него уже стаков не было.
Я с него диспелила все стаки, которые на нем были. Я даже умудрялась еще настакать лужу и под Лешу кинуть лужу это. Ну чего вы? Вот как раз я когда орали нормально... хилити медведя, на нем уже не было стаков, я смотрел. Там я все стаки было. со всех забирала. Библ, чего не хватает? Да все, бахнули. Резист ушел, а кто пришел, придет или что? Стойте, усилки, я ж не перекидываю. Mm. Можно суманить. Да, суманить. Короче, заебло. Смотрим по-другому. Короче, смотрите. Весь рейд. Поднимается через эту платформу, где я стою. Становится возле первого, и через Еру все брусты первого забирают. Вне зависимости, какой тут стоит. Лужи раскидываете примерно вот здесь. Мобы появляются здесь, потом их контролите и бьете второго. И так по кругу. Все это по ДДшке, по ДДшкам говоришь? Сделаем проще. Милики также сюда куда-то вытаскивают? Вы можете вот сюда вот. Лёх, я так понимаю, моего первого заливает, я бегу, кислого меня. Ты встанешь на вот эту платформу. Коват станет со мной, мы там вдвоем станем. По хилам так же, Лёш? Уточни, пожалуйста. Да, по хилам так. Холипал там, вот ты там. Единственное, что Матиола, сместишься туда и будешь их двоих диспелить. Они пускай силят. Здесь рейду остается Керс, Простя, Элбрил. Короче, вы там хилите. Вроде бы был в хиле. На какой платформе? Лёх, ты лагал чуть-чуть. Слышь, дайте сказать. На какой платформе стоит? Я на правой. Первый правый. Если первое... Слева направо, он стоял на первой. Тихо, дайте сказать. Вы просто, Коват, меняетесь местами. Ты стоял на первой справа, сейчас стоишь на первой слева. Да, я понял. И Кисы стоит на твоей платформе. Все, в принципе, больше ничего. И сливаете первую платформу, под бурстами забираете, независимо от какая, какой там стоит моб ебучий. Надеемся, что там будет фир. Или, блядь, стоп. Тебя люди потом поймают фир и поймают перо и отлетят. Без разницы, где фир. На фире я просто отворачиваюсь. Проносим. Поехали. Два феникса надо убить. Посмотрим, сможете так убить два феникса или нет. Главное, большой анонс, блять, перьев, блять, и плюс крика, если там фир. Все. Мазра, если ты не в курсе, вам пофиксили крит. Типа урон от обилки, поэтому и крит такой. Показ. Побежали. Быстрее реагируйте, миники. Активнее дамажим по боссу. Стараемся, чем больше, тем лучше. Вместе урона. Чтоб переходка была заебистая. Кстати, первый раз на прошлом пуле 10 мобов появилось или 5. Каст. Моба. Какая доходит, чего так там тормозить? Только не все сразу. Каст.
Масса кру, да? Затормозите, блядь. Кто тормозит? Да. Че, пускай доходят все остальные, запускайте. У нас хп позволяет троих спокойно, хлоп. Так. Перебежали. Долго перебегаете, кучнее стоите. Моба. Контроль. Три моба пускай заходят, а то один отведи немножко. Все, пускай остальные заходят, три. Везде ХС упал, не знаю. Отвалился. Как? Не поднимайте. Поднимаю? Нет, не надо. Его нет. Минус ДД, минус контроль. Он вылез, он. А, вылез. Бейте, босс. Пустите, блядь, ебучих моба. Нет уж дебафа, блядь, на вас. Сверхновый. Забираю, босс. Дебаф только тушь не ловите. Три взрываю сразу. Просел. Санте где-то не прохилят тебя. Еще два отпускайте или три. Хиливаем. Еще три отпускайте. Каст. Чем тролля. Все, просел рейд. Забирай. Побежали. Моба. Пускай эти 2-3 доходят сразу, дай их контроль. Все нормально. Еще три отпускаете. Одного стопорните. Блять, это же не три, наверное. Ложимся. Локи, вы ориентируйтесь, где три, где, блять, 10. Ложитесь, ложитесь. Нет смысла. Мне кажется, проблема то, что контроллер, наверное, не видит хп рейда. Есть такое, да. Как только мы подняли рейд на фул, даже не надо там видеть, засчитован, не засчитован. Уже нужно отпускать. Хотя у вас прямо не стоят рейды. Когда рейд на фул поднимается, пока они дойдут, это пройдет там 5 секунд, рейд точно будет фуловый. И его уже убьют. Маги, Локи, у вас фреймы рейда не стоят или стоят? У меня стоят. Ну, типа, все видят. Он просто контролит пару штук, грубо говоря, доходит пару штук, остальные контролятся. Они взрываются, и дальше никто не расконтроливает их, хотя рейд фуловый. Что с резистом? Резист здесь? Здесь. Что с тобой? Не знаю, я видимость во время пула отключил, у меня FPS в ноль упал, и я тупо отвалился. Чё раздавака у Долора не делает? Встал, наверное, до того, как притянул. Прикалывался, да. Просто прожал камень, чтобы его не убило. Ха-ха.
Может, хватит уже славки, давайте убьем. Мобов партиями отпускать. Вот два пошли, да, прошло секунд пять. Нужно там еще пару штук отпускать. Там по три спокойно моба можно отпускать. По три, блядь, это три раза по три, все, блядь. О! Грубо говоря, 25 секунд мы всех взорвем. Ну, а так получается, что уже следующие перья летят, а у нас половина еще этих бег. Санте, так сделай, чтобы первую фазу проходили. Контроль мобов красиво. 4 моба шло, ни одного бана не было. Если бы хоть один локбан кинул, дошло бы 3. Ну смотри, там, понимаешь, если у тебя бан, да, стоит тут далеко. Даже... Ребят, у кого там стоит, да, не законтролен, переконтроливайте самого ближнего одного, если много идут. Смотри, у тебя бан стоит далеко. Заебись. А, это, ты видишь, что в босса заходит 4. Ты кидаешь бан по одному, который заходит в босса, этот в бане остается, пока тот дойдет, взорвется всего лишь 3. Типа, блять, вы это можете понять, нет? Типа, бана можно сейвить рейд, если много мобов заходит. Суманите раз. Инту, пожалуйста. Там, грубо говоря, самый дальний, кто контролил, может контролить там четвертого, который идет, или третьего. Блять, мне надо, наверное, на часов 24 всех сюда загнать, чтобы, блять, этот... На часа 24, чтобы Леха, во всех... Леха, я и так просто... с температурой сижу, блин, третий день болею уже. А ты еще чтобы хочешь... Всех просто, блядь, понимаешь, наизусть просто, блядь, все было, чтобы, блядь, даже закрыв глаза уже, блядь, кнопки нажимались, тогда все нормально будет. Бля, у меня в ДД 51к хп, нахуй, это, по-моему, чересчур, блядь. Не, у Лешка, кстати, у Элима... Все готовы, по готовности пуляем, тихо. Готовьтесь наносить ДПС. Бьем припотик. Речь воет, блять, мобы появляются сразу, двоих притягивается. Там КД притяжки как раз от появления до появления. Вам, блять, на секунду отвернуться, притянуть мобы ничего не стоит. Ближние 3 пускай идут. 2. Иду маленько. Все, пускай еще 3 доходят. Не стопорите. Четвертый. Нормально, нормально, нормально. Каст. 5 секунд заберу. Блин, вот сейчас дай в меня большой хил. Одиннадцать? Да, а должно быть 40. Пускай доходит. Я в тебе исповедь еще кастовал. Каст. Ну чё за хрень? Кто это сделал? Это тортик. По-моему, я, да. Проводи. Хилили рейд. 3 могут доходить. Еще вот эти два пускай идут.
Все, отводи. Все, пускай остальные доходят. Раз. То есть остальные доходят, все мобы. Забираю босс. Сильно наперед орда дозона. Иду. Каст. Ну, пускай взрывают. Инер Пайл, блин, если можно, то может киньте. Дарт, дай тотем у себя, нет. Мы сдавали уже. Каст. Могу забрать. 5 секунд. Ты берешь, пока готов будешь. Пустите. Пустите всех мобов. Поясим активнее. Каст. Кирс, получаешь дохуя урона где-то. Ой, дар. Мобы. Три ближних пускай доходят. Дальних контролю. Причини ты моба. Ты был. Води. Заклинил. Так и спали, три моба могут заходить. Забираю босс. Пусть доходят эти ебучие три моба. Все нормально. Все, еще три могут заходить. Хочешь по боссу херачим? Еще десяток хлопаем. Каст. Тивня перебегается. Ну чё ты там, блядь, перебежать не можешь, если твой БР. Вылупили. Последних этих бафы сразу по нему, сразу 10. У них вставай. Смотрите, нет. Баф по нему обновить, ну все. Босс актив. Пускайте этих быстрее. Каст. Это первое, да? Да, да, первое, нормально все. Вот ладно все. И как раз вот тут переход. Нет, дофуя урона ловишь. Босса, все херачим босса. Хуя не будет, перьев не будет. Просто бить. Бежим быстрее. Еще раз, как я сказал. Ебать, я отлагал. Жену я не спорил. Квадратик все стали. РДД в квадрате. Тихо, блять, анкил этот. Куда вы там перебежали? А, вижу, все нормально. Это танкил, короче, жены, она забираешь стак и снимаешь глыбой. Понял? Да. То же самое резид делаешь, если видишь стаки на рейде. На у Войда стак... усталость. А, мы что, первый? Здесь рассеянность. У меня слабость, нормально, бейте этот. Так, а мотивола зачем там пришла? Дисплит вот пришла, нет, мне сказали. Все правильно. Рукам дали. Перья. Войда прохиливай, просит.
Резиста. Эдвард чё сдох? Сорвал. На пол Диаконика. ПКД. Бержа на Н, блять, быстрее Эдвара. Фир. Похил Эдвара. Фири. Каст. Фир. Мобов по очереди сливается аккуратно. Войда прохил. Меня тоже маленько. Аккуратно только. Прохил. Тиву не бейте. Перья. Перья. Вы бежите с перевой до прохиливай. Так, я не вижу. Фрик. Забейте ебучего феникса. Заебало. Куда три моба зашло? Вы сразу контроль строю взяли? Все, на следующего пошли. Ой, Дефир, внимательней. Дефир, смотрите, сейчас буду ночь три феникса. Иди с мамой. Отвернулись, Фир. Блядь. Тогда немножко сейчас дам. Ём. Контролим мобов по чуть-чуть, чтобы заходили. Замедло там должно быть. Прохил рейда, Делоруса. Фир. Половина рейда филе. Мобов. Аккуратно. Фир. Мобов, аккуратно. Дай сейф. 4-4. Ферия. Ферия. Подальше выносите. Бейте дальше. Меня подхильте. Мобов, аккуратно. Дай сейф. Контрольте, максимально замедляйте. Фир. Прохильте резиста. Мотиолу. Фейл. Резиста прохил. Диспел этот магии в большей степени против. Фир. Ири. Ири отошли. Сейчас добьют. Контроль по одному мобу. Фир. Ты можешь притянуть одного. Да ебать, тут их 10. Просил. Дай сейф какой. Да хуй тут что дашь, тут их 10 мобов. А что вы не притягиваете? У вас, блядь, 2 ДК. Вы не можете по одному мобу ебучему притянуть, блядь. Слить, а босс, когда рейд фуловый стоит. Тут я пиздец затроил. В чем у вас, блядь, проблема? Вот именно, блядь, в мобах. Вы же можете, блядь, притянуть 2 моба ебучих. Или вы, блядь, стерлись, блядь, феникса и нихуя больше не видите. Только дамажите, блядь. Можете по рейду поработать, блядь. Дать 2 притяжки по мобам. Ни одной притяжки же не было. По одной, блядь, ладно, по этот, мобов. Дальних мобов, блядь, дали замедло дичайшее, блядь. Там 4 моба освободили. Локи баны отпустили, все заебись. По дальним мобам замедло, по ближним, блядь, баны, допустим, да? Ближние пару банов сняли, 2 моба слили. Оно, в принципе, работает, но ДПС еще больше надо давать. А не хуйней страдать. Че же Ноэн, блядь, дохнешь? Разжиматься хоть бы научился. А он диспелил? А я тебе объясню, как он умер. Как? Когда ты говорил Фир... Там человек 5 РДД поймал Фир, а потом прилетел Перья. А я тебе говорил, что когда вот Фир будет, они поймают его. Это будет и на первой, и на первом, если мы его даже первым будем бить, то будет тоже. Там намного меньше будет, Лёха, потому что там где-то с 8 я лямов понимаю. Будет. Ну вы и так можете его слить, блядь, понимаешь? Нет, я понимаю, да. Если ты выносишь лужу, и ты смотришь в другую сторону, ну банально вот, ты развернулся, идет Фир одновременно с перьями. Просто знаешь, круче анонсить?
начало каста, а не под конец. Ну там секунда, две, сколько он тогда стоит. Чтоб заранее да, отворачивать. Вы говорите фир, и тут же уже у фир. Время поставил. Блять, вам что, еще эфир анонсить? Ну если люди не понимают, что это анонсит. Не, ребят, не заебись, когда ты держишь цель в таргете, да, и ее бьешь один, вот сам за себя отвечаешь и смотришь, а когда тебе нужно хилить, отбегать и все это смотреть вместе, так тут очень тяжело. Надо, как вот смотри, вы убиваете второго, у вас, блядь, место в два раза больше освобождается. Типа, вы видите, первого, блядь, убили, танки, ну, типа, ну, танков не приходилось там сильно пиздец прохиливать. И этот, и рейд пиздец как сильно прохиливать. То есть у вас еще больше освобождается места. Я два раза уже до нуля дам по мане слился, я не знаю, что тут не прохиливать, блядь, и постоянно, блядь, по всему. Ну, в любом случае, я последний раз увидел, что у меня мана 1% уже. И не смотрит, почему-то кинуть тоже никто не может. Скапливаются, потому что их надо сливать. Скажи, Жнуэн, какого хуя ты мне инер, блядь, не заливаешь? Вот видишь, что у меня маны нету, блядь, залей мне инер, блядь. Или плюс ему в ПМ. Не, Лёх, серьезно, вот, вот некогда смотреть еще за своей маной. За всеми смотреть, за перьями смотреть, за костами смотреть. Еще вот за маной посмотреть, еще кому-то там предание кинуть, ну, еще там, чуть кого-то засейвить. Понимаешь, там кислый освободился. Человек, который просто туннелит, стоит, блядь, одного босса сам на ровном месте и говорит, а что там не увидеть-то? А что, вот трудно крикнуть, сказать за секунду хотя бы, а не когда он уже идет. Ну, значит, надо поднимать... Фир кастуется одну секунду. Когда в Дискорде сказали «фир», вся информация вначале дойдет, как раз все. Эта секунда и проходит. Вот поэтому... Я не понимаю, какая проблема у хилов с фиром? Вы вообще можете жопой повернуться к ним и хилить спокойно. Тут один моб только. Да, конечно. Просто мне еще исповедью приходится разворачиваться каждые там 7 секунд кого-то хилить. Развернула просто-напросто, и тут же фир, вот и все. Элбрил, вместо Алара сделай фокус этого моба и все первого. Давай я буду смотреть за 25 человеками, за своей манной, еще и за Аларом буду смотреть, и за кастами мобов. В фокусе же будет, будет видно или не видно. Конечно, конечно, вот это все я могу все время, вот в течение одной секунды мониторить все. Знаешь, как сделай полоску этим, с костом фокуса просто рядом с рейдом, вынеси куда-то нормальную тему. У меня 30% экрана уже занято в полосках. Ну, блин, я не знаю. Там этот кис освободился, уже должен был диспелить, типа. Я продиспелил, я здесь вот где у второго били, всех продиспелил. Сбегал к Матиоле, забрал у нее два стака, прибежал обратно, и тут рейд умер. Как раз надо было... Не надо было Матиолу забирать, не надо. Я с рейда полностью все сдиспелил, сбегал, успел Матиолу продиспелить, вернулся обратно, еще не было Понимаешь, ты лучше здесь находись, блядь, давай хоть какой-то контроль, блядь. Я слил свой стан, у меня на стан минута. Да я понимаю, ну, блядь. Так он другие контроли не сможет дать. Пускай оставаться корни. Пускай они, блядь, кастуются у тебя вечность, но все равно корни хоть дашь. Грубо говоря, иннер Элбрилу закинешь, блядь. Тут сейви рейд, блядь. Иннер, лучше... 3 минуты, у меня постоянно он в КД. Так, ладно. У меня два сразу, вот в первой фазе я кидаю два. Либо холипал, либо... Больше всех всегда в рейде это ДЦ. Что адмирал, что я. Хотя я даже свои 300 усилков закинул в интеллект. Все равно я проседаю. А адмирал так, его не кидает даже. Поехали. Он покричал иннер в два раза чаще. Че, тихо, Кир пришел, нет? Поднимемся сразу на первую. Я дам гимн. Там тотемы, не тотемы, думайте сами. Чтобы фу мана была сначала. На первую прибегаем, соответственно, ХП поднять нужно будет. Все мы, все сейчас. Вот, просто смотрите, когда вы... Все просто, смотрите, когда вы убиваете двоих, там становится все намного проще. Почему? Потому что, во-первых, те мобы будут идти долго, блядь, к этому. Там есть шанс законтролить, чтобы под вас заходило, то есть, да. И плюс еще важный нюанс. Здесь присоединяются еще к вам 3 хила.
То есть танки снова без стаков, остаются свободными танки. Остаются свободными танки, два танка, то есть кислые, Войд. Тут танки снова без стаков. И получается к вам еще плюс 3 хила присоединяется. То есть у вас получается в рейде плюс дополнительно 2 танка и 3 хила. То есть у вас 6 хилов, которые будут хилить рейд, блядь, плюс 2 танка свободных. 2 танка там где-то что-то поконтролят, попритягивают и тому подобное. Хилы больше про хила будет. То есть вам главное вольнуть первого, потом, блядь, вольнуть второго. Когда убьете второго, блядь, будет еще на 50% легче, чем оно есть. Так, Лёха, смотри, вот первого убиваем, и мобы идут ко второму. То есть ДК могут тянуть к мелкому, короче, и взрывать их по два, чтобы меньше их было, да, количество. По идее, так же можно? Ну да, а чё нет? Ну вот так надо делать, идут, чтобы... Они идут замедленнее. Два ДК дают, блядь, притяжку, всё, минус два моба, блядь, меньше головной боли. Вы видите, что, блядь, рейд фуловый, блядь, да притяните вы два моба к своему, блядь, мелкому. Ничего от этого не случится. Я инвалид. Что еще раз? ПС, кому кидать лучше? Делорус, тебе, наверное. Ты больше всех. Блядь, играйте в носка на рейд, блядь. Если вы не будете играть на рейд, мы хоть то что сделаем. Блядь, был бы протопал какой-то, я бы зашел на ДК и это бы делал. Я посмотрел последних 5 боев, у тебя больше всех получается. Кир, здесь вообще 4 минуты прошло. Где Кир? Если есть голос, могу под проки кидать. Как крикнешь. Если нет, по КД я буду кидать. Да у меня сегодня в игре Дискорд что-то, когда игра развернута, не могу говорить. Это режим администратора и то запускаем. Что такая хуйня была? Дискорд от администратора. Да, Дискорд и Вов желательно. Ну да, у меня Вов. У меня Вов со старого лаунчера. Че с Кирс? Набери Мозер Кирс. Пока его нет, я быстренько релогнусь тогда. Может, перерыв? Я бы сейчас пофукашила, потом бы не отходила. Да проще рота должен сделать. Ну почему? РТ же до 22. Ну, если вы не хотите, то проще рост сделать, а не тратить свои нервы. Я не сказала, что я не хочу. Если бы не хотела, вряд ли бы ходила. Просто понимаю, Полин, когда мне пишут... Ладно, я понимаю, когда мне пишут там 5 человек где-то, ладно. Когда мне пишут сейчас 5 человек... Человек 17, и каждый пишет мне на 20 минут, мне на 5 минут, мне на 4 минуты. Да мне буквально на 2 минуты. Кушать я понимаю, но, блядь, я тебе говорю сейчас ситуацию, которая происходит в рейде. Каждый человек мне пишет, блядь, максимальное сейчас время полчаса, блядь. Понимаешь, меня человек вот сейчас отпрашивается, на полчаса отойти надо. Если каждый будет вот так отходить, так у нас и пулов не будет вообще. Кирса, суманите. Суманьте, Кирс. Бафы дайте ему. Делору, заходи. Сопроты у всех есть? 16 минут, думаю, хватит. Алло, Рос. У меня тоже 20 минут, двухчасовых осталось. У меня есть, если что, я вам продам. Вы ага. Не переживайте, у меня на всех. Бесплатно дашь. Бесплатно дашь. Блядь, Неликс, тебе вообще в тройной, в объеме. Чес кину. И не купишь, нахуй, ГП получишь. Чё, все тут? Чё, не все? Нерик тут потеет и хилит, и дамажит. Так что не надо тут. Лоника готов? Да-да.
Все готовы, давай что-то. Шапку лучше надень, Алекс. Можешь кидать. Сколько второго просадили? Каст. Там типа на пол хп. Наполовину точно. Вот надо было этих ебучих мобов взорвать и, блядь, убили бы этого. Мне кажется, начало каста, когда он начинает кастовать, уже можно разбегаться. Там, Лёх, слишком много контроля, мне кажется, был. Блять, 2 ДК притянули, уже минус 2 моба. Там стан где-то вихрь дали, уже, блять, минус 2 моба. Ну вот если бы было каст, вот эти, да, притяжки, то мы бы не слегли. Замедление давайте по дальним. Ближних там, которые... Ближних появляются. Можно всегда кормить и все, чтоб меньше, ну, их было. По 2 моба, там если что, баны локи заезжают, вот как сейчас, типа трусы заюзали. То же самое, типа. Они просто по воздуху пошли, и там половина рейда филе было. Надо было что-то кидать. Лё. На, точно, я забыл уже. Бывает. Каст. Кстати, мопчик. Керс. Лёха, у вас эксейдит, да? Да. Понятно. Керс, у тебя саппорт есть? Да, есть. Да. Что у тебя больше не прошибает? Один стак. Стаки хватает. Каст. Белора, сади там. Забирай там босс. 18 стак. Отводи. Нельзя пускать. Больше нельзя. Блять, этого стопорните. Каст. Ну ладно. Керс, блядь, просыпает. Пускай доходят. Пускай доходят, эти мод доходит. Хил. Каст. Через 8 секунд заберу. Чё? Если твой. Блять, в одном и том же месте дохнете. Как? Все, забираю. Немножко отведу. Каст. Каст, перебежали. Кирс, чё он тролль, блядь? Ну вы серьезно, перебегайте, блядь. Нормально. И до костра. Раньше бежать начинают, просто некто. Просто вставай во фрейм того, кто вот, рядом с тобой. Как только он стартанет, то же самое беги, как и он. Каст. Мама. Все нормально. Взорвалось 2, заебись. Сейчас, секунда, спадай, блядь. Стопните. 4 зашло. Все, 2 пускай доходит.
Звездочка, отпускайте. Трусы отпускайте, спеченька. Каст. Трусы отпустите тоже. Пускай заходят. Не надо. Зачем? Че, просто так массакру давал? Так, забираю босса. Проведу сейчас немножко дальше проведу, потому что РДД, блять, уже наперед забегают. И моба. Два моба вот эти пускай доходят, да, нет контроля. Три даже могут заходить спокойно. Ладно, сброшу пока стаки. Топники, всё, пускай, топники. Пускай три заходят. Не жидко, да. Все нормально. Пускай. Бить боссов. Активнее босса хуять. Босса. Каст. Чего понимаю? Станешь после взрыва. Приводите боссов. Шесть. Когда фаза наступит, просил. Все, давай, вставай. Кил, диспоз, кислороду все 10 и глыбу. Понял. Сейчас даю гимноману, там тотемы, не тотемы. На пуву дайте сразу, на кислого. Даю. Речи, ты не на ту сторону поднялся, ты там с той стороны должен бить. Чернтоль тоже, быстрее бегите, блядь, туда. Все, появились, поехали. Слабый. Устал. Усталость у рейда, идеал. Это фир. У вас фир, да. Отворачиваемся, когда... Эдвар, ну, блядь. У меня ярость раки нету, блять, когда он не бьет. Перья. Блять. Посиливайте. Сейчас 5 мобов будет. 2 моба запускайте. Крик. Встаньте в квадрат все. Далеко. Перья. Крик. Фир. Крик. Фир. Я. Хил. А, сука, зато. Ну сколько вам? Роль. Скоро убьете. 8 раз. Фир. А, рейда нет, не убьем. А как сдохли? Как сдохли? Наверное, перья. 4 моба взорвалось где-то. Или у 4. Но причем, что у нас все, которые стояли, они все под замедлом. Не знаю, у нас каждый крик хоть кто-то напоймает фир. А зачем ты, кстати, кислый отбегаешь от моба? Я не отбегаю, я фиру поварил 2 раза. Я сейчас, блядь, в панике искал на панельках колодец, чтобы под кислого кинуть, он кричал хил. А я
подумал, то, что тоже... Был бы колодец, было бы 2% минус урона, 15 метров у него сейчас радиус действия, и как бы отхил уменьшили каждую секунду, он тикает по рейду. Его бросить в эфир не хилит все равно. Вот когда он кастует, вот этот вот каст длинный, долгий, у меня раги копится вообще практически нет. Я вот что сначала мне дали на пол, дать, и вот что вначале чуть-чуть, я там пару ударов дал, вот на этом держится. Поэтому ты вначале... Рыбу я поставил. Не успеваю оттаунтить, я вот сливаю сразу даунт, рык, так ты... потом трехминутный рев, тебе надо потом это... опять даунт, потом ты если срываешь, то ты пил. Ты просто кислый, когда каст идет, ничего не таунти, и все. Три кадра, это у кого? У резиста? Там даже, да. Даже не ветер. Там даже, когда вот мы бьем, даже посередине ХП, когда вот Феникс остается, у меня Омен пиликает каждый раз причем. И я даже вот на Омен смотрю, там по агро даже и маги есть, и остальные. Туда надо человека ставить 105. Короче, это на сегодня все. Начислишь там. Войд. Сколько? 20. А зачем все? Полторы. Лех, ты останешься тут? Еще часик заведи. Так а че еще? Вот это пока что, потом подойду. Ты, может, еще бы погибли? Часик. Че, грул магик, пойдем добивать, нет? Да. Я сейчас зайду и отойду все-таки на пару минут. Че, полным составом груль магии ходим? Начислили уже? Да. Мне кажется, три шамана перебор, надо ДЦ и холи приста. У этих вообще они ходили в два холи пала, да, Полин? Угу. Да. Ребята. То есть с них получается, что стояли холи палы и на перекрест хилили четыре.